И разбились! Якобибара! Отойди, разбейтесь! Арбеша, сзади меня! Я видел! Арбеша, самое главное, в мою сторону, пожалуйста, сюда не бей, сосиска! Что ты нафиг там за диваном делаешь, а? Тут столько зданий, я не понимаю! Тут столько всего, что можно куда пойти, а вы пришли именно туда, куда спустился... Опа! То, что... Что, Армеша? Чё говоришь? Чего? Чё? Что нафиг происходит? Чё говоришь? Откуда у тебя? Так, подожди, Какие обвесы, клинтики, чтобы перемещать? Перемещаем, как это Господи, а я как? Вот так, нет, не вот так, как? Да чё нафиг происходит? Ты можешь объяснить, чё ты сегодня усвоил? Где мы вообще? Так, ну какая же красота! Ай, как она выглядит! Сами, ты что-то знаешь? Кто-то уже дошел пукалку, вижу Армеша побежал. Где их искать? Армеша, уйди отсюда! Слушайте меня внимательно, пока я кого-то только что не закукошил, кто стоял на крыше вот какого-то вот того здания. У нас новая карта снайперов и немножко новый режим снайперов, как мы все видим. Так, что здесь находится? Вот здесь патрончики находятся и какашки находятся. Какашки мы забирать не будем. Мы все вместе спустились на эту карту, как вы только что это видели. Пистолет, то есть тут кто-то бегал, здесь была сосиска, здесь был Армеша, и вы даже не увидели то, что здесь валяется пистолет в этом сундуке, что ли? Чё говоришь? Пацаны, я снайперку нашел, а патрон на нее нет! Чё мне делать-то, где патроны? Подожди. Я нафиг. Дед, не трет батон нафиг. Я только оттуда ушел, и дед побежал на ту крышу. Как мы так с тобой разминулись? Я не понимаю. Так, Армеш, оставайся в этом доме. Самое главное, никуда. Господи, сосиска, я только что обкекался. То есть сосиска бегает, просто нюхает сундуки, но ни в какой сундук даже не вот это не заходит, да? Так почему? Я и смотрела, там ничего нет. Да, потому что ты не успела что-то залутать. Это типа как в Фортнайте. Ты спускаешься на карту и в сундуках ищешь какие-то боеприпасы. Так, здесь я уже был, я оттуда. Вот так, сундук еще один, главное не шандарахнуться. Возможно, здесь что-то будет. Ключевая задача это та, чтобы просто найти каждому пуколку. Пуколку нашел, и у тебя прям хорошее преимущество для того, чтобы победить. Как в Форт где? Фортнайт! Ты чё, Армеш, английский Форт не знаешь? Ночь. Форт это база, Найт это ночь, всё легко. Форт ночь? Форт ночь. Снайперки, всякие патроны, пушки. Я только нашел патроны. Знаете, штуки не доступны. Не надо. Подожди. Оба! Да, дед, в трусах! Я комиссарий вижу. Тебе невыгодно меня сейчас убивать, ты понимаешь, что я ничего не делаю, дед, я тебя даже не вижу, где ты, я перезаряжаюсь. Вот и не видь меня. Я целился в Таби, кстати, да, Таби. Если кто-то вдруг ее помнит, она с нами записывала, когда мы начинали только сезон вот этого игры в кальмара. После этого она померла, а сейчас вернулась как-то с того света. Я не знаю, она не хочет рассказывать, где она была все это время. У меня просто мама Хрейда дедом стала. Да капизари! Где дед буянит? Я не понимаю, надо было... Да вон, на красной этой крыше, на доме, на красном. У меня ни патронов, ничего. Так надо было в него шмальнуть, когда у меня была возможность. Но я деда отпустил. Сколько людей еще в живых осталось? Осталось, а? Дед! Я эту Габизари
Не нервничай, сердечком, у тебя все же как бы есть проблемы. Не надо вздыхать, если кто-то вздыхает, это значит, что меня кто-то видит. Не-не, ты не переживай, ты не переживай. Дед, я отомщу за тебя, я отомщу за тебя. Отстань, Хрейд. Давай, Хрейдушка, давай, я в тебя верю. Сюда, зайди. Так, это какие-то офисные здания здесь у нас, ага. То есть, получается, я могу, а нет, не могу покрасить. Кому-то нужен скин для АВПшки, я нашел красный. Да я давным-давно покрасил свою пушку нафиг. Где капитан? Куда она свалила? А ты где? Тут что, срать можно? Слушай, тебе сколько лет, что ты не знаешь, что какать можно? Да, то, что какать можно в реальной жизни, я знаю, но то, что какать можно в Майнкрафте на новой карте снайперов, вот это я вообще не знаю. Можешь меня нафиг не отвлекать, я пытаюсь, все, наконец! Сколько людей в живых осталось? Херейд, кто еще? Да я нафиг тут в кустах потерялась, где я? Да мне без разницы, где ты? Мне интересно, где Хурый Дозер? Я дома, а ты где? Как твой дом выглядит? Какой цвет у твоего дома? Ну как у дома обычно, мне-то откуда знать? Красный? Нет. Белый? Нет. Ты дальтоник? Там мультик была снизу крана, нафиг ты меня убил, ты... Какого низу? Где она была? Я сейчас выиграю этот раунд, если ты скажешь, где она была! Да внизу крана, я ж сказал! Ты, я только нашла выход из этих кустов, вот ты понимаешь? Подожди, ты всю эту игру... Ты упала вниз с карты и оттуда поднималась все это время? Да! Господи... Нафиг! Все помните! Помните, поисрать! Говорил я, дед! Там кто-то только что пролетел! Ну чё, всё, пушечки у нас у всех есть, мы уже приземлились, осталось только выиграть! Давайте, ребята, нападайте! Гречка! Что, Грич, в смысле? Так, ладно, хорошо. Я начну делать вид, то, что я ничего не вижу, ничего не слышу, на деда внимания не обращаю. Ю, какое хорошее место у меня здесь. Откуда? Хедшот, мазафакер, чикер, тоже разошелся там, да? Как я вижу! Гречка, иди нафиг! Да подожди, Армен! Армен! Господи, сколько... Нет, иди нафиг! Да вы подождите меня, расстрелялись там, а? Кто там вдали? Это цветок. Ну, я просто без очков играю, поэтому не вижу. Нет! Ой, я тебя видел! Я тебя видел, пока, мужик, пока! Саша! Ты, Херейдик, стой на месте где-то там. Я сейчас пойму, как до тебя туда добраться, потому что я на этой карте так же впервые играю, как и ты. Я нафиг полгода ждал, когда ее наконец-то вот это построят для нас. И вот, построили. А с чего ты взял то, что я до сих пор в этом здании? Я давным-давно свалил. Мужик, у тебя температура 38 градусов. Ты далеко со своей температурой 100% убежать не смог. Вот где-то здесь он был. Если ему, конечно, верить, что делать не стоит, то он убежал. В мою сторону он не бежал, я бы его тогда, наверное, увидел. Да ядрёно! Господи, я не понимаю, как на этой карте играть. Кто куда только что летел? Да тут батуты какие-то, я хочу на них попрыгать. Но что-то не прыгается. Армеша, ты... Нафиг, понял? Нафиг ты, Армеша, не-не-не, это по мне или это не по мне, Армеша? Ты смотри в оба, когда играешь. Я хочу... На вот тот вот батут. Ах ты такой, вот этот плохой человек получается, да, Жулик? В смысле я плохой человек? Жулик Плей, ах ты так... А я натренировался! Ты!
Я жулик Плей, который стоял там гречку в спиду завалил, а меня лоб в лоб завалить не смог. Это кто с кем? Я Херейт Банан. Банан? Банан. Я пол карты уже два раза только что облетел. Вы на самом деле тоже можете выходить и можете куда-то лить. Я всю карту туда оббежал уже три раза. Нету. Здесь никого нету. Туда не хочу. Как? А вот, господи, я уже думаю, как наверх забраться? Наверх забраться вот здесь. Так, я перезаряжусь на всякий случай, а то херейт. Тише будь, мужик. Да я не могу по этому банану попасть, он летает нафиг. В смысле по этому банану? Не надо по мне стрелять, не надо. Это откуда только что выстрелы были? Херейт, это откуда? Тут же все видно, тут даже показывает, откуда пуля летит, и она летела, такое ощущение, как... Да вот это вот... Ты нафиг в полете? В прыжке? Я подпрыгнул и завалил хуры до озера! Так, банан, мы с тобой остались один на... За мольбертом спрячусь, тут банан меня вряд ли сможет увидеть. Один на один с тобой остались, банан! Если я выиграю, то у меня уже две победы будет! А ты уверен, что тебе этот мольберт прям помогает? И что? И все. И больше меня там нет. Куда банан только что целился, меня там больше уже нет. Вот сюда. Это потому что батуты. Или катапульты. Или как они там... Ой, так, туда, наверное, не надо. Так, откуда банан по мне только что стрелял, а? А куда ты только что упал, пропал? Куда ты... Кого? Что? Чё говоришь? Чё говоришь? Чё говорите? Ты сдох, дед! Слушай, банан, это уже не смешно. Мы с тобой один на один остались. Да я вот пытаюсь тебя найти. Ты только что тут был, убежал куда-то. Где ты, куда, кого? А ну вернись, я тебя походу видел. Где? Ну вот где ты? Где ты был в итоге? Почему я говорю, вернись, и они возвращаются! 2-0! Так если ты говоришь вернись, значит оттуда можно тебя где-то увидеть. Да, но я-то тебя заранее видел, банан. Не-не, рано. Вот сейчас самое то. Вот так вот убираем, вот так. Я здесь еще не приземляю. Валь. Кто? Банан, я вижу, куда полетел. Банан, окно. Что, куда я полез? Я уже не там. Куда я упал? Что нафиг за... Чё нафиг? Чё говоришь? Да подожди, я ничего не говорю. Опа, еще патрончики и какашки. Я говорю, что за детский парк развлечений, дрить-кратить, про который я только сейчас узнаю, а? Слушай, ты там пока на батутиках попрыгай, я пока тут посижу. Я себе такой приятный сральник нашел. А? Я тоже хочу попрыгать. Ой, тут слишком много сральников. Я не знаю, какой именно ты себе нашел, дед. Самый удобный синий. Что за дед? Чего? Нафиг. Ой. Так, я понял, я ухожу. Ядрёт херет! Подожди. Тут главное, чтобы меня никто только что не... Да как вы кокаетесь так быстро? Армешечка! Да! Дави! Ты мой хороший, или справа, или слева получается, да? Знаешь, вот слева горы, справа горы, а посередине армянин. Мертвый, что самое главное. И мертвый банан, что самое главное, тоже даблкил за 2 секунды. Осталось... Так, как сюда запрыгнуть? Осталось найти жулика Плея, чтобы он опять поплакал то, что он не умеет играть, жулик. Плей, полетели. Главное, не ставьте меня в полете, пожалуйста. Вот так, перебегай. Побежали. И вот здесь спрятались за баррикадами. Ой, я там, кажется, кого-то видел. А это случайно не ты же был? Ну ты скажи, где, я отвечу, где. А вот, а не скажу. Жулик Плей, ты меня скамишь, ты меня 100% не видишь. Так же, как и я пока что никого не вижу. Хотя, зная жулика Плея, бедный жулик Плей всегда в одном и том же месте прячется где-то вот. Кто это? По мне только что стреляет.
взяли? И куда ты спрятался? Чё, страшно стало? Да не особо, как бы. Я и так уже 2 раунда выиграл, поэтому даже если меня сейчас кто-то кокнет, то не так обидно будет, как тому же жулику Плей, у которого кокают всегда в самом начале. Минус, Тави. Молодец. Да, иду. Мой хороший, ты скажи, где я прям сейчас тебе приду, жулик Плей? А вот я тебе не скажу. А вот моя пуля к тебе прилетит, она тебя найдет. Так мне очень интересно, откуда эта пуля в меня прилетит? Шайтан! Уйди! Так, перезарядка, подожди. Так, как хорошо то, что она меня не увидела. Всего лишь навсего надо было зайти покакать. И все. Я бы тут ее никак не кокнул. А потом вылезаешь такой, и все. Вот я и говорю то, что посидеть, покакать Дед, в нужный жив? Момент. Я да, я сижу, какаю. Давным-давно помер. Да вылези ты из сральника, а сражайся как мужчина. Опа. Я сражаюсь как мужчина со своим, Господи. Этой болью в животе. Так, самое главное помнить то, что здесь можно быстро перемещаться с одной крыши на другую. Просто надо находиться. Вот эти вот трамплин. Что? Класс алмаз нафиг. Я не знаю, как я с такого расстояния кого-либо увидел, но я увидел, как там прыгала сосиска. О! Ёперс. Так, опасно. Ёперс, опасно. Так, и нафиг я вернулся туда. Да, непонятно, зачем я вернулся, но ладно, может, дед тут какает? Нет, тут пусто. Знаешь, на самом деле, около меня еще никто не проходил. Я впервые в жизни так спокойно какаю. Опа! И вот сюда. Жулик Плей, дед и я. Хорошая такая, на самом деле, вот эта вот тройня получается. Так, я еще ни разу не был вот здесь. Может, дед какает... Опа, хорошо, тут еще и пистолетик есть. Может, дед какает где-то здесь? Не знаю, я тебя не слышу. У меня к тебе такое предложение. Давай я выхожу из сральника, и мы ищем вдвоем Жеку Плея. Давай. А мне это не нравится. А мне нравится. Хотя бы от одного избавимся тогда. Вот. Слышь, мы вдвоем. Это нечестно. Выходи, я... давай уже. Сколько бегать по карте можно? Я буду жаловаться. Куда? Продюсер. Да, как обычно. Жулик Плей только и может и жаловаться. Так, ну местечко, конечно, такое себе. Надо повыше забраться. Самое интересное, я, кстати, тоже иду повыше. Жека Плей, ты, может, тоже повыше залезешь? Ладно, я тогда еще повыше. Я залезу тогда сюда, чтобы видеть. Слушай, всех, но не вижу пока никого, дед. Меня сложно не видеть. Да меня тоже сложно не видеть. Ты бы видела, где я, тогда я бы тебя увидел. О, здорово. А я тебя вижу. Ты что? Ты откуда? Да как бы тебе попасть-то? Дед, не надо. Отумайся, мать моя. Ты куда ты делся? Где ты? Что ты? Я уже думал, я в самый низ упал. Если падаешь в самый низ, сразу проигрываешь. Так, где? Да кто это? Что это? Что нафиг там? Кто это валяется там лежит, а? Чё говоришь? Я не валяюсь, я летаю. Это... В смысле, где ты летаешь? Ну, уже не летаю, уже приземлился. Летун. Я опять спутал этот куст цветка с дедом. Дед, если дед летает, куда дед мог полететь, дед? Да я уже не летаю, я тебе говорю, я в этом, в хоспитале, о! Кого? Чё говоришь? Я тебе нафиг 10 слуховых аппаратов куплю рано или поздно. Я тебе говорю, где ты? В хоспитале. Это какое здание нафиг? Я тут так же первый раз играю. Я не знаю, что тут хоспиталь. Ну я не знаю. Я видел там хоспитал. Так, это 100% вот это здание получается. Прицельщик. Ну так чё, ты где? Подожди, я прицельщик снимаю. Потом... Ай! Господи, боже мой! Ой, мамочки! Господи, ты что творишь-то? Ой, мамочки! Если бы я не успел снять прицел, то я бы не успел быстро... Ребята, 3-0 счет! Мамочки... Да какая нафиг разница там у деда? Инсульт, инфаркт, случится, скоро ему вызывать! Так отсечивайте педалагу! Я не знаю, куда его после смерти унесли! А, ну дед долетался нафиг, он с той крыши сюда перелетел!
я спалил то, что он со мной в одном здании. Бедный дед, ядрить ты колотит, ну зачем ты на запись приходишь, а ты хрень? Если температура 38, а ты зачем приходишь, если тут новая карта снайперов и шарпуты? А теперь непонятно, надо выпускать продолжение или нет. Я просто никогда не прошу лайки ставить на ролик. Как я пойму, нужна следующая серия или нет, если никто лайки не поставит. Слышь? Лайкос.